Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан, канале о средствах самообороны и хобби с характером. Погнали! Рогатка, знакомая нам как дворовое развлечение детства, уже давно вышла за рамки привычного к ней отношения и заняла свое место в системе охотничьего и не только охотничьего оружия. Пишите, кстати, в комментариях, делали ли вы в детстве рогатки и из чего. В данном видео хотел бы рассмотреть различные рогатки и понять, насколько широк данный рынок, а также сколько мы могли не знать о них. Итак, рогатка TruMark FS1. Складная моделька, заслуживает внимания, так как она на рынке уже более полувека. Основным преимуществом является небольшая масса данной рогатки. Стержень изготавливается из алюминия. Внутри рукоятка имеет полость, которая служит для хранения зарядов, а также к рукоятке крепится съемный упор для предплечья. Удобный и достаточно недорогой вариант. Стоит в среднем 1200-1400 рублей. Двигаемся дальше. Рогатка Pocket Predator Headcock Target Sniper. Давайте просто назовем его карманный хищник. Благодаря эргономической конструкции не сгибаются суставы и не напрягаются пальцы, в результате чего усилие передается более эффективно. Специальной формы стальное основание покрыто резиновым слоем, благодаря чему не натирает ладонь. А ценник у нашего хищника на официальном сайте порядка 35 баксов, что на наши выходит примерно 2700 рублей. Следующая рогатка. Dunking Air Sniper. Простая и изящная конструкция Dunking как нельзя лучше подходит для выполнения своих функций. Выполнена целиком из авиационного алюминия, она весит чуть больше 200 грамм. Лучшее качество данной рогатки – это ее точность, обеспеченная узкой рогатиной. Ценник данной рогатки на официальном сайте составляет 112 баксов, что на наши порядка 8500 рублей. Не такой уж и демократичный ценник, не так ли? Представляю вашему вниманию рогатка Survival Slingshot Archer Complete. Это уже охотничья рогатка и предназначена для выживания, а также имеет специфическую комплектацию. Прикрепленный к рукоятке фонарик обеспечивает возможность охотиться в темное время суток. Еще одно преимущество данной рогатки заключается в том, что благодаря специальной насадке у нее появляется возможность вести стрельбу стрелами, как из обычного лука. Вы такое знали или могли представить? Пишите в комментариях. Ценник у данной рогатки порядка 15 тысяч рублей. Стандартной комплектации. Соответственно, какая-то максимальная комплектация будет еще дороже. Следующий претендент – это боевая рогатка Glove-Shot, изготовленная из алюминия. Она разборная и состоит из трех частей. Но у данной рогатки есть существенный недостаток или минус – это ширина рогатки, которая значительно снижает ее точность. Поэтому, чтобы умело обращаться с данной моделью рогатки, вам придется много и упорно тренироваться. Ценник в среднем на данную рогатку 200 баксов, что на наши плюс-минус 15 300 рублей. Если вам интересна данная тема, то пишите комментарии и ставьте лайки под это видео. А дальше, возможно, удастся приобрести и потестировать какие-либо рогатки в полевых условиях. Подписывайся на канал и ставь палец вверх. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч!